Мир вам, дорогие друзья! С вами администратор Сергей Рудаков. Вы присутствуете на канале «Евангельская весть». И, друзья, в этом видео я хочу вас всех, всех, кто на нас подписан, всех, кто нас смотрит, все наши зрители, подписчики, все наши друзья, кто нам присылает и материалы, и кто вообще с нами был в этом году и в прошлые годы, поздравить вас всех от лица администрации канала с Новым годом, друзья! Да, год прошел, наступает уже новый 2024 год, и поэтому давайте сегодня, 31 декабря, поблагодарим Бога за все, что Он для нас сделал в этом году, за все Его благословения, за все Его милости к нам, за все, что Он нам посылал, и за трудности, и за радости. За все, друзья, поблагодарим Бога, попросим благословения на следующий год, друзья, и хочу вам всем пожелать счастья, радости, благословений, любви, мира и самое главное – быть вместе с Богом, быть вместе с Иисусом Христом. С праздником вас, дорогие друзья! С Новым годом!